Поезд «Единение Украины» Трухановская сечь вновь приехал на Луганщину. В этот раз акция носит название «Художний кинопотяг». Ее участниками стали студенты, представители профтехобразования, волонтеры и художники. Это около 200 неравнодушных людей со всей Украины. Ми об'їхали, закінчили фактично географічні потяги, ми об'їхали всю Україну і випрацювали для себе, ну, як правило, це випрацьовують молоді люди і учасники потягу, такі проблеми. І зараз ми почали тематичні потяги. Цель акции – привлечь внимание молодежи к профессиональному обучению в соответствии с их призванием, интересами и способностями. Поэтому именно кино, как жанр, в котором задействованы почти все профессии, позволит проявить себя и развить таланты. Хочется узнать больше специфіку і ваших навчальних закладів, які тут є, бо проблеми всюди є майже однакові, але тільки разом, коли ми будемо співпрацювати, ми зможемо знаходити якихось вирішень. Ми дійсно розмовляємо зараз дуже плотно з Міністерством оборони і Міністерством образування, в частності з Департаментом профтехосвіти, о том, що потрібно міняти принципіально підхід до профтехосвіти і піднімати рівень її в мире и в мозгах, ну, у нас, в стране, для того, чтобы это было престижно, чтобы это было интересно, чтобы это было понятно зачем, и чтобы это приносило деньги, потому что нищую страну очень легко завоевать, ее очень дешево покупают, ее даже завоевывать не надо, ее купят. Наша задача сделать так, чтобы страна была богатой.